наш отряд. Думаю, что хотите, поэтому пойдем посмотрим. Очень упорно тренируется. Давайте спросим у любого человека из нашей команды, хочет он победить или не хочет. Упорно он тренируется или нет. Пойдемте, подойдем к этой девочке. Здравствуйте. Нет, как вас зовут? Катя. А сколько вам лет? 11. Хорошо. Как вы думаете, кто победит в этой сложнейшей игре? Хорошо, ладно. Я не знаю. Не-не-не, обратно. Мы. Вы упорно тренируетесь? Конечно. Сейчас я спрошу один вопрос у первого попавшегося человека в этой столовой. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Варя Челезан. Уже спрашивали. Дальше мне 12 лет, дальше. Все, вопросов больше нету. Вам нравится этот лагерь? Да. Еще бы, надо было подумать, сделать такой вид. Мы заняли второе место, и сейчас мы пойдем на ужин. Мы заняли второе место, мы молодцы. У нас уже закончился этот... Сейчас мы уже побыли на том мероприятии, там, где мы стреляли в мишени. И у нас 32 очка. Я попала два раза, я молодец. И мы пытаемся этим ружьем попасть в данную мишень. Сейчас мы находимся на таком конкурсе, где мы бегаем и выполняем задание. Вот сейчас прозвенел этот звук, и мы бежим на следующее задание. Конечно, продули со счетом 15-14, но ничего, наши все равно молодцы. Сейчас мы идем на полдник. Сейчас мы возьмем интервью у нашей вожатой. Здравствуйте. Привет. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Как вы думаете, кто победит в этой сложнейшей игре? Ну, вообще, хотелось бы, чтобы победил все-таки 8-й отряд. Но если победит дружба, я буду рада. Сейчас наш 8-й отряд будет играть в пионербол. Сейчас у нас проходит тренировка, они тренируются. Сейчас наш отряд уже собирается играть, пойдемте спросим. Здравствуйте. Здравствуйте. После вашей тренировки. Вы чем понравились? Наш отряд уже собирается играть. Как вы думаете, кто победит? Естественно, мы. У нас такая шикарная команда сейчас подобралась. Они уже полчаса тренируются. Лишь бы только, стоп! Чтобы они больше... больше сил оставили для того, чтобы играть, а не тренировку. В общем, это оса вас очень полюбила. Как вас зовут? Меня зовут Полина. Сколько вам лет? Мне 12 лет. Из какого вы отряда? Из 8-го. А как вы думаете, кто победит в этой игре? Это сложный вопрос. Мне кажется, что победит наш отряд. Мне тоже так кажется. Как вас зовут? Артём. Сколько вам лет? 12. Из какого вы отряда? Из 8-го. Как вы думаете, кто победит в этой сложнейшей игре? Вообще, мне кажется, что победит сегодня наш отряд, потому что сейчас они играют против своего же отряда. Потому что 8-й отряд? Лучший, да. Аня, мы и так это знаем. Да. И все будет хорошо.